Здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Я здесь потерялась. Потерялась? Да. Здравствуйте, помогите мне, пожалуйста, я заблудилась. Здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Я здесь потерялась. Потерялась? Да. Алло. Здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Я потерялась. Я потерялась, и вон тот вот пойти меня куда-то уводит. Пошли. А? Тайкиси? Тише. Пошли. Из дома постоянно убегает. Тише, пошли. Точно? О. Мариям? Мариям. Здравствуйте, вы могли бы мне помочь? Что хотел? Потерялась, что ли? Да. Я здесь и потерялась. Потерялась. С кем ты была? С мамой, с папой, с кем была? Нет, меня этот байки куда-то уводит. Уводит? Здравствуйте. Пошли. А что за дядя-то? Что-то она боится с вами? Да, она просто из дома уходит, она вот так боится, вот. Я ее за ней слежу. Да? Да. Смотрите, вот так. Я потерялась. Потерялась? Да. А где твоя мама? Я не знаю, где моя мама. И этот байки меня куда-то уводит. Ну пошли, что-то. Помогите. Я здесь одна стояла и потерялась. Куда ты? Ты должна быть рукой. А где ты? Сейчас откуда ты прибежала? Привет. Здравствуйте. Пойдем со мной. Вот она, твоя папа. Я здесь потерялась. Что потерялась? Я потерялась здесь. Потерялась? Да. А вангар как-то? Гибель. Мамаң менен келдиң беле? Ооба. А? Астетик эмелер бериш керек, мен соларга айтыш керек да, басенич. Алар мамаң таап берет, а? Атың ким атың? Мариям. Мариям, а кайкып турасың ар? Тур, адашып кеттиң да, апайым, сеники? А? Мамам потерялась деп турат го. Кочом. Сенки? Сенин байкеңби? Байкеси менен. Вы могли бы мне помочь? Я потерялась. А? Ты не потерялась? Я здесь ходила, и меня этот байки куда-то ведет. Какой байки? Пошли, что? Куда вы? А? Домой? Знаком? Ну да. Кто этот? Кто он? Пойдем. Куда? К нам домой? Она не знает вас. Почему не знает? Спрашивает. Пойдемте к нам домой, чего вызвать? Или милицию вызвать? Сейчас я сама вызову. Ну она же держит меня за руку. Что вы начнете? Знакомая она? Знакомый он? Нет. Не трогать ее? Почему? Сейчас я сама вызову. Кого вызвать? Не трогать ее. Не, ну мы сами. Ну пойдемте к нам. Куда? Домой. Куда домой? Ну домой увидите, где она живет. Раз вы не доверяете. Сейчас я позвоню сама. Куда вы позвоните? В милицию. Зачем? Что она потерялась. Да она не потерялась, она всем так говорит. Нет, я не потерялась, просто мы... Да? Давайте позвоним, давайте сюда. Куда? Вместе сходим, где милиции там стоят. Где? Ну не знаю, но сейчас найдем. Пойдемте. Не, ну мы же домой там родимся. Я же говорю же, вы заодно увидите, где она живет. Она же вас не знает, байке. Ну что она не знает? Она всем так говорит, что не знает. Но она же маленькая, ребенок же не будет говорить. Все же дети. Я не знаю. А? И вот этот вот байке меня куда-то уводит. Можно? Да. Пойдем. Пошли. Ну что ты из дома опять убегаешь? Пошли. Не, вы кто? Я? Дядя? А что она говорит, уводит вас?
Ну я домой ее вожу, она на улицу. Кто он? Кто тебе? Пошли. А? Пошли. Не знаю. Не знаю, говорит. Пошли. Ну она всем так говорит. Пошли. Не, пойдем. А ты кем сегодня? Марьям. Марьям? А с кем ты пришла сюда? Пойдем, пошли. А? Пошли, пошли, пошли. С кем пришла? Там дома ждут. Пошли, блядь, там дома ждут. Не, ну подожди, а что вас не знает? А? А что вас не знает? Ну она всем так говорит. Пойдем, пошли. Не, подождите, а... Не, давайте... Ну пойдем домой, домой. Здесь недалеко, пошли. Здесь не... Хорошо, вас как зовут? Азиза. Азиза. Посмотрите вот сюда на камеру. Молодцы, вы очень большие. Тебя как зовут? Ренат. Очень приятно, это был социальный эксперимент, очень много. Молодец. Не оставляй ребенка, детей, хорошо? Я, конечно, тебе помогаю. Умница, молодец. До свидания.